Вы смотрите «Давеча», продолжаем выпуск. Свадебный танец, поздравления и крики «Горько» – все как полвека назад. Две кировские пары отпраздновали сегодня золотую свадьбу. В прошлом – молодожены, в настоящем – сваты. 22 года назад дети сегодняшних золотых юбиляров полюбили друг друга, и теперь у пар общие внуки и правнук. Секретом семейного счастья молодожены поделились с Екатериной Зубаревой. 50 лет назад Виктор и Ираида Панишевы ответили «да» на заветный вопрос. Связали свои жизни. В тот же день, в том же ЗАГСе, расписалась и чета Казаковцевых. Однако узнали друг друга лично обе пары много лет спустя, когда уже их дети решили пожениться. А сегодня все члены этой семьи собрались вместе, чтобы отпраздновать сразу две золотые свадьбы. Сегодня у нас праздник. И на этом празднике чаще всего будут звучать три простых слова – счастье, юбилей и любовь. В окружении самых дорогих людей золотые юбиляры вспомнили, как полвека назад все начиналось, как Виктору Панишеву приходилось уговаривать свою будущую жену выйти за него, и как Вячеслав Казаковцев делал предложение у фонтана. Вспомнили и сам день бракосочетания, и свой первый свадебный танец. Поздравить юбиляров собрались родственники и друзья. Но самое ценное пожелание, признаются Панишевы и Казаковцевы, от детей и внуков. Что 50 лет справить, это только избранным удается. И мы очень рады, что вы в этом числе. А на вопрос, в чем же секрет счастливой супружеской жизни, обе пары пожимают плечами. Нужно просто быть терпимыми и очень друг друга любить. Но как только трудности возникают, я сразу его спрашиваю: ну ты меня любишь? И в день я могу спросить это несколько раз. Но он все время отвечает: да люблю, люблю. И сразу у меня сердце хорошо, и опять все забывается, и опять живем, продолжаем. И вот, пожалуйста, 50 лет прожили. Через 5 лет, надеются юбиляры, их большая семья снова соберется вместе, чтобы отпраздновать уже изумрудную свадьбу. Екатерина Зубарева, Алексей Стахеев, Бюро новостей «Давеча».